дочку на танцы, а сам на кофе. Друзья, всем привет! Вот сегодня копаем в таком прекрасном осеннем прохладном лесу. Извините, конечно, за голос. Приехали попробовать по трехверстовке пару хуторов проверить. Не забывайте, кто не подписан, подписывайтесь. Всем приятного просмотра, а мне пожелайте удачи, погнали! Он, друзья, не успел отойти от машины, как уже сигнальчик. Фух. Что это у нас? Где-то упало, наверное, на дно ямы. Смотрим. Так. Пин, только пин в таких ситуациях. Ух, смотрите, друзья, вот и первая монетка, вы представляете, 20 копеек, 1961 год. Блин, это настораживает, реально. Представьте, первый сигнал, первая монетка, только бы ту-ту-ту. Ну что, погнали дальше, сейчас будем вот так идти вдоль трехверстовой дороги, которая уже как бы заасфальтирована и превратилась уже в современную дорогу. А вот, друзья, и очередной сигнал. А вот, смотрите, видите, пробка. Но сигнальчик хороший был. 84. И просто без изменений. Я думаю, очень похоже на монетку медную. Реально, 84 и не шагу назад. Ох ты, ё. Или все же поясок. Ух, друзья, смотрите. Смотрите, ребятушки, монетосина. Блин, красавица. Да, медяшка, ребята. Вот вам еще одна монетка. Еще один кругляшок, но это уже царизм. Там нашел монетку. И вот еще один сигнал начал выхаживать. Если это не фантом, то я думаю, что похоже на сигнал. А ну, еще раз. Ну, как говорят, лопата лучший дискриминатор. Копнем и увидим. Блин. Есть сигнал. Или это на ямку, но я не замечал. Думал, что все же это на яму. Смотрите. Смотрим. Какой-то есть сигнальчик, ребята. А я что говорил? Смотрите. Смотрите, ребята. Монетос.
что там у нас? 1821 год, кажись. Вот еще одна монетка. 2 метра. Один царек и второй. Вот, друзья. 61-62. Посмотрим, что это такое. Опа. Ёлки-палки. Глубже. Оп. Земля, блин, такая сухая. А, вот, смотрите. Что это у нас? Монетосинка. Ах. Я, наверное, ее просто перебалтывал. Она по-любому сверху лежала. 5 копеек, ребята, смотрите. Ну что, попробуем копнуть еще один сигнал. Может, еще одна будет без козырька. Опа. Вот что-то такое попалось. Не могу понять, что это. Медь, не медь. А нет, какой-то дюраль алюминий. Такой сигнальчик, я бы сказал, неплохой, но ВДИ не монеты. '63-'64. Смотрим. Что здесь у нас? Опа, железячка какая-то. Точнее, бронза. А, елки. Я уже подумал, что древность какая-то. Ребята, это, как ее называют, конина. Если я не ошибаюсь, это конина. Да, 100%. Я попал в царство бухарских дирхемов. А это что-то глубокое. Ну, не удивлюсь, если это будет очередная пробка. Опа. Нет, вы знаете, сигнальчик еще на глубине. Значит, глубже. Опа. Копнем еще. Оп. Хопочки. Ребятушки, смотрим. Смотрите, что у нас здесь. Вы видите? Ребята, посмотрите. Это двадцаточка. Обалдеть. Вот это подгончик от дедушки. Класс. Вы только посмотрите, как она замерла в комке земли. Блин, а просто супер. Даже зафоткаю. Вот это да. Супер. Оп. Блин, залипла. Ай, красотка. Вы только полюбуйтесь. Давненько я вот царьков серебряных не находил, ребята, реально давненько. Прелесть, вот это шикарная монетка. Реально просто приятный сигнал. Заради такого можно
десятки дирхемов бухарских выкопать. Сел на пенек, съел пирожок. Очень часто задают вопросы в Инстаграме, внизу под видео в комментариях, где приобрести хороший металлоискатель по выгодной цене. Под видео у меня есть ссылочка на магазин. Продавца зовут Игорь. Всегда готов помочь, подсказать, рассказать. Для новичков это просто находка, продавец. Так что, друзья, переходите, ссылка внизу. Опа. Посмотрим. Опа. Вот смотрите. Пуля. Пуля дура, штык молодец. Слышите, два сигнала. Будем копать сначала первый, а потом и второй. Посмотрим, что это у нас. Это елки-палки. Что это такое? Ух, это пуля. Обалдеть. Ребята, вы только посмотрите. Это, блин, а не мушкетная пуля. Это уже, я думаю, ядро какое-то. Просто шок. Посмотрите, какая казацкая пуля большая. Я не знаю, навряд ли это для ружья. Точнее, мушкета. Может, какая-то пищаль такая большая, короткостволая была. И выкопаем еще один сигнал. Может, еще одна будет пуля. Ох, что-то есть. Расплющенная пуля, кажись, друзья. А нет. Нет, это пломба. Это, ребятушки, свинцовая пломба. А что на ней написано? ЕК. Прикольно будет, если еще царская. Только что здесь выкопал фряжку. Блин, я только единственное не пойму, здесь то ли какие-то траншеи, вот реально. Или это все же окопы со времен Великой Отечественной, либо... Либо это... Просто трактора вывозили лес и наделали такие канавы. Вот смотрите, ребята, смотрите, еще одна серебрушка, просто пипец, смотрите. Дальше тереть не буду. Год. 15 копеек. Видите, патрон.
Я его сразу же даже деактивировал. Смотрите. Все. Семьдесят пять. Что-то верховое. А, вот, смотрите. Что-то есть. Монетка, кажись. Блин. Одна копейка СССР или баратинка. Да, баратинка. Тонкая, тоненькая. Без гурта, без ничего. Что может быть такое масенькое? Вот, друзья, еще такой сигнальчик. 79-80. Опа. Я надеюсь, это не снаряд. Хотя бы. Ух, смотрите, ребята. Гильза только от чего, не знаю. Какая огромная, видите? Хороший такой сигнал, блин. Людей со слабой психикой, особенно комрадов, прошу отойти от экрана, смотреть кусочками и по чуть-чуть под валидольчик. Погнали.